привет, ребята, вы на моем канале Драгова, и с вами я, Даша. У нас будет такая распаковочка вот такого вот боксика армии России, то есть для солдат. Военторг, он оригинальный, то есть, вот, я не знаю. Написано «не для продажи», я не знаю, где мой папа его добыл, и так далее. Я уже его открыла, вот так тут выглядит коробочка. Сейчас будем смотреть, что в нем вообще находится. Первое – это галеты, если я правильно говорю, конечно. Извиняюсь, если неправильно. Галеты – это вот такие вот крекеры. Тут получается 4 пачечки, в каждой пачке по 8 штучек. Вот, и они разные, кстати. Вот есть такие зеленые, есть красные, коричневые. Они вот, видите, темнее, а эти светлее, конечно. Это, наверное, из темного хлеба, это из светлого. Сыр плавленый, стерилизованный. Можно попробовать. Далее, каша гречневая с говядиной. Даже я такое могу покушать, потому что я люблю кашу гречневую. С говядиной вообще топчик. Далее, 3 пачки сахара, вот такие вот большие. В каждой пачке по 20 грамм. Далее, 3 дезинфицирующие салфеточки. Вот такие, так они выглядят. Проклин Ап салфетка для однократной гигиенической обработки рук и столовых приборов. Далее 3 вот таких вот напитка, быстрорастворимые, то есть их просто в воде, не знаю, в горячей или в какой, но буду их тоже пробовать. Все из этого я хочу попробовать, конечно. Все, прям, даже сыр плавленый, который я не люблю, попробую. То есть вот такие вот 3 коктейльчика буду пить. Далее жвачка, армейская жвачка просто. 10 штучек тут получается. Очень классная, буду тоже пробовать. Повидло яблочное. Классно, не стерилизованное, с консервантом. Вот такое вот повидло. И далее у нас такая вот разогреватель портативный. Папа говорит, у него тут такие ножки, и то есть в нем можно греть чай и всякое такое. В общем, греть, да, разогреватель вот такой. Это вот реальный металл. Далее 2 чаечка майских вот таких вот. Черный чай обычный, дешевый в магазине. Далее сливки сухие, быстро растворимые. Вкусом сливок на основе растительных жиров. Вот. Как я понимаю, в кофе добавляйте как раз таки вот кофе наше любимое. Надо будет кофе тоже попробовать с этими сливками. Далее, это что? А, это добавка к пище в виде такой капсулы. Ну, в общем, да. Соль вот 5 грамм. И вот такие вот таблеточки, называются Аквабриз. Каждая таблетка для обезжиривания воды. То есть, как я понимаю, это вот ты идешь куда-то, набираешь водичку из озера, и туда добавляешь вот эту таблеточку, и то есть она очищает воду, ее можно пить. 3 вот таких вот ложечки, ножичек и 3 салфеточки. И тут еще какие-то бумажечки, там еще какие-то бумажечки. Разные бумажечки, там способы применения, когда это все кушать, в обед, ужин, завтрак. Ну и на этом все. Сейчас я буду собираться тут, все складывать опять аккуратненько в боксик. Так что всем до новых встреч, всем пока-пока!